Внутри меня надежда. Ты теперь живешь во мне. Пусть буду я лишь тем, ты видишь меня. Хочу я больше знать тебя. Хочу я больше знать тебя. Своим присутствием наполним.
хотим, чтобы это место было наполнено Твоей благодатью. Поэтому приходим, Боже, к Тебе в поклонении, чтобы напитаться сегодня этой чудной любовью, любовью Господа Иисуса Христа, чтобы побывать там, где Дух Господень, где благодать Господа наша, благослови нас, Боже, слава Тебе. Тебе достойные жертвы хвалы, которые будут наполнены благодарностью, которые будут наполнены смирением, потому что все, что Ты совершил, великое благословение, все, что Ты совершил, это благодать и милость для нас, людей. Поэтому славим Тебя, Господи,
Поэтому преклоняемся пред Тобою, пред Твоим величием. Ты очень нужен нам, Господь. Ты успокаиваешь наши сердца. Ты ведешь нас по этой жизни, слава Тебе. Благословен Бог наш. Господь, по всей земле, по всей вселенной. Ты сегодня говоришь людям, ты сегодня призываешь нас, чтобы мы обращались к Тебе, искали лица Твоего. И пусть это благословение, оно также посетит нас сегодня, чтобы мы искали лица Твоего и находили. Так звучит Твое обетование. Если взыщете меня от всего сердца, то я буду найден вами. Благослови нас, Господь, слава Тебе. Благодарение, пусть в это утро будет благословение. Пусть в это утро будет благословение. Хвала Господу нашему. Во веки славы. Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Господу, присаживайтесь.